Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ այժմ օնլայն տեսակապով կզրուցենք քաղաքագետ Օլեգ Սահակյանի հետ։ Առաջին լրատվականը մշտապես փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր փորձագետների ցանկը եւ նաեւ հայացք դրսից ապահովել եւ լուսաբանել տարբեր թեմաներ, այդվում նաեւ միջազգային անցուդարձին վերաբերող, ինչը ուղիղ իր հետևանքներն է ունենում թե տարածաշրջանում եւ թե Հայաստանում։ Եվ այսպես միացել ենք Կիև Օլեգ Սահակյանի հետ։ Добрый день, Олег, как слышно? Приветствую вас, чудесно слышу. Поговорим о последнем самом важном событии, о саммите в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги саммита, вы назвал хорошими для страны и украинских военных, отметил, что в нем был сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в альянс. По вашему мнению, насколько прочным будет этот фундамент, учитывая прошлый горький негативный опыт Украины и Будапештский меморандум? Собственно, поэтому на сей раз было, скажем, два важных перелома достигнуто. Первое, отошли от модели гарантии как некого документа, который должен нести нам светлое будущее, в котором все дают обязательства защищать Украину, делать все самое-самое лучшее для нас. И, в общем-то, мы увидели, что никто ничего не готов. Россия просто прямо нарушила его, будучи гарантом безопасности Украины и страной, которая должна была бы защищать. Другие страны достаточно стыдливо собрались на консультации, и, в общем, дальше ничего не пошло. То есть выполнять Будапештский меморандум никто не стал. Поэтому сейчас речь идет не о гарантиях защиты Украины, а о гарантировании того, что Украина сможет себя защищать. И эти рамочные договоренности, они ложатся в основу сейчас разработки двухсторонних договоров. По части из них уже есть проекты. Часть будет подписана буквально в ближайшую неделю. Еще другие, уже есть информация, что G7, большой семерки, которая фактически является первым подписантом этого рамочного договора, и в рамках него будут двухсторонние договоры с этими странами, также уже готовы присоединиться 8 стран, уже заявили готовность присоединиться, и плюс сейчас несколько десятков стран рассматривают возможность, посылают сигналы, что они также желают присоединиться. Так вот, в этих двухсторонних договорах будут конкретные цифры техники, конкретные механизмы, каким образом это делается. Если подытожить, то в основу этих новых гарантий ложится унормирование и институционализация, то есть состояние де-факто, переведение в состояние де-юре, формата, который сложился ad-hoc и назван по имени военной базы «Рамштайн», на которой проходило первое заседание, где он был создан. Вот тот формат, который сейчас действует «Рамштайна», то есть коллективной помощи Украине в обеспечении нашей обороны, он ложится в основу этих гарантий. И, соответственно, с момента завершения российско-украинской войны и до момента вступления в НАТО, все эти страны берут на себя обязательства и помогать Украине на протяжении этих лет, и в случае нападения на Украину, либо наличия военных рисков, сразу же активизировать а-ля формат Рамштайна и обеспечить Украину всем необходимым для обороны. То есть стать нашими эффективными тылами, как это происходит и сейчас. А как вот эти новые гарантии безопасности, этот новый формат может иметь прецедент на других постсоветских пространствах? Может стать прецедентом? Я бы даже сказал, что не только для постсоветских пространств, а я и у вас в эфире, я думаю, где-то около года назад, я думаю, плюс-минус говорил о том, что формат базы Рамштайн на самом деле это уже кирпичик и элемент новой архитектуры коллективной безопасности, как минимум европейской, а возможно и в некоторой степени он станет основой, одним из элементов, скажем, в основе глобальной системы безопасности, поскольку это формат, который создан уже под новые вызовы, он горизонтальный и сетевой по своей структуре, при этом он предполагает лидерство, причем мигрирующее, в разных вопросах разные страны выступают лидерами. Координирующая функция на Соединенных Штатах внутри, понятное дело, но при этом он компенсирует слабости НАТО, которое не способно было выполнять эти функции, при этом дополняет национальные правительства, которые не готовы политическим мотивом, например, выступать самостоятельно в помощь Украине. Напомню, например, Израиль входит в формат Рамштайна, но при этом Израиль на двухсторонней основе удерживается от поставок вооружения, но при этом готов поставить, например, танки Меркава странам, которые поставляли Украине советского образца вооружения. То есть
Это формат, который позволяет сейчас максимально эффективно реагировать на сегодняшние вызовы. Соответственно, то, что происходит с гарантиями IG7, это уже институционализация, переосмысление его и переведение его как части новой архитектуры безопасности. Вполне вероятно, что по результатам российско-украинской войны подобный формат, инструмент, он станет нашей новой нормой. И будущие гарантии, союзнические договоренности в рамках больших, скажем, больших структур, не двухсторонних, например, а многосторонних, либо гарантирование безопасности определенных регионов, они будут апеллировать к этому опыту, либо, возможно, просто его масштабировать. Это действительно новый инструмент по взаимодействию в рамках такого более нежели партнерского, но менее нежели союзнического формата, когда все страны выступают де-факто союзниками, но при этом они не берут на себя обязательства по участию в войне, и их нельзя обвинить в том, что они являются стороной конфликта. А этот новый инструмент, сможет ли он быть применим, я имею в Южном регионе, в Южно-Кавказском регионе, в Армении, потому что мы сами сталкиваемся именно с этой проблемой, когда обязательства договоренности не соблюдаются, потому что нет института гаранта, нет гаранта, который бы привел в действие эти механизмы. Он может быть ли в будущем применен по отношению к Армении и к Южному Кавказу? Вполне, я думаю, что он может стать прецедентным. Единственное, что, конечно же, это не может произойти, например, сейчас прямо, поскольку, во-первых, он еще является действительно системой ad-hoc, то есть мы не можем говорить о каком-то сложившемся инструменте, и вот G7 сейчас и НАТО – это попытки как раз из него уже сделать некий постоянно действующий механизм, который потом может быть масштабирован раз. Два, надо понимать, что он сложился как реакция на то, что Украина выиграла симпатии и внимание западного мира, и подняла цену своего поражения до неподъемной, до угрожающей для Запада. Ведь в Украине могли проиграть все те ценности, по сути, которые сейчас обеспечивают безопасность и доброкачественную жизнь европейских обывателей. Ведь если Украина бы пала, то фактически мы пали бы в мир тотального сафари. И те риски, которые ощущает на себе Армения, то, что ощущает на себе Украина, по сути, это бы могло бы прийти в дома и спокойных, зажиточных европейских государств, уже не говоря о других регионах, где ситуация еще менее стабильна. Более сильные и агрессивные соседи начали бы, абсолютно не стыдясь, пытаться перекроить границы своих более слабых демократических соседей. Поэтому здесь очень важна готовность самой страны обороняться и то, насколько она действительно может эффективно использовать эту поддержку и помощь. Ведь у победы всегда много родителей, а вот потенциальное поражение, оно всегда сирота. Поэтому тут очень важно иметь сильный образ, работать проактивно на международной арене, создавая правильный нарратив собственного позиционирования и пояснения, собственно, что это за вызов и почему это вызов коллективный, и при этом максимально эффективно, конечно, пользоваться вооружением и той помощью, которая предоставляется для того, чтобы давать аргументы, помогать далее. Для Украины это сейчас не менее сложная задача, нежели обеспечение, собственно, наступления и удержания линии фронта. Дипломатические поля, обеспечение информационного присутствия Украины, информации с поля битвы с правильными акцентами. Это огромнейший и очень важный пласт работы, без которого подобная поддержка была бы невозможна. Она происходит не за красивые глаза и не за большую любовь к Украине. Она происходит из-за колоссальнейших усилий и из-за рационального понимания своих интересов в поддержке Украины западными странами. Но в то же время и в западных странах, западные партнеры, и в самой Украине оппозиционные парламентские фракции, например, раскритиковали вот эту политику Зеленского эмоционального шантажа и призвали быть более сдержанными к западным партнерам. Ну, от оппозиции ждать чего-либо другого было бы сложно. И, слава богу, в Украине демократический процесс не останавливается ни на один час, ни на одну минуту. И парламентские дискуссии, и парламент работает, что, кстати, является беспрецедентом для европейского пространства. Если посмотреть нормативно-правовую базу европейскую, то обычно стандартная модель европейских республик предполагает, что на момент войны, введения военного положения, по сути, парламентские функции передаются исполнительной власти. Роль парламента минимизируется. В Украине даже нормативно-правовая база, наша законодательная база,
предполагает этого, и поэтому парламент все функции сохраняет. Поэтому и оппозиция чувствует себя абсолютно спокойно в том, чтобы критиковать президента даже во внешнеполитических и оборонных вопросах. И отчасти я могу сказать то, что эта критика справедлива. Конечно же, краски сгущаются оппозиции по политическим мотивам, это абсолютно ясно. Но действительно, например, та же ситуация с Беном Воллесом, она помимо политтехнологического разреза, я скажу, если кто-то не знает, потому что Бен Воллес, в частности, достаточно резко и жестко сказал, что Украина должна быть благодарна западным партнерам за тот огромнейший массив, который предоставляется, что они не Амазон для того, чтобы просто по списку выполнять украинские желания. Ну, тут, конечно, морально-этическую сторону я бы откинул, поскольку пока наши западные партнеры тратят деньги, Украина тратит жизни. В частности, эти жизни обеспечивают то, что сейчас не надо Бену Воллесу выходить к своему обществу и говорить то, что, знаете, ребята, мы повышаем теперь расходы не на Украину, а на оборону, потому что вот вы, каждый третий, кто сейчас сидит в британском пабе, будете готовиться воевать, поскольку с высокой вероятностью в течение 3-5 лет вам придется идти и гибнуть на фронтах. Но это обеспечивается, Украина сейчас держит эту линию фронта, не только российскую, а в целом показывает, что прецедент подобной агрессии не увенчается успехом. И, конечно, здесь Бен Воллес важен не только тем, что он политтехнологически это заявлял, так как ему сейчас необходимо подправить свой образ после того, как он не был назначен на главу генеральным секретарем ООН, в частности, из-за опасения в том, что он эмоционально может идти на поводу у Украины и у ситуации, он более решительный в поддержке Украины, нежели на это готовы Соединенные Штаты. И ему надо бы продемонстрировать, что он способен говорить Украине «нет». И это очень важно, скажем, с точки зрения коррекции образа, а он является последовательным другом Украины, союзником и одним из самых решительных партнеров. Поэтому мы к этому относимся не просто с пониманием, а даже с поддержкой. А во-вторых, конечно, здесь тревожный звоночек, что действительно определенный уровень раздражения от такой проактивной и требовательной украинской дипломатии на Западе накапливается. И это ощущается в разных кабинетах. И я думаю, что действительно, когда война завершится, ряд западных лидеров, которые сейчас даже поддерживают Украину на словах и действиям, но они будут готовы первый звонок из Киева не принять и сказать, мы сейчас заняты. Просто для того, чтобы отыграться, что называется, и продемонстрировать, что они не готовы жить дальше в таком же режиме. На сейчас действительно Киев стал ключевой столицей Европы. Ad hoc, ситуативно, но и киевская дипломатия украинская этим пользуется по максимуму. Сейчас бы важно было бы ее, конечно, уравновесить и более мягкими шагами, о чем говорят и украинские эксперты, и что можно в более, скажем, мягкой версии прочитать в словах критики со стороны оппозиции. Я думаю, она в этом части абсолютно справедлива. Одним из аргументов критиков является то заявление, что США не приняло решение развалить Россию окончательно, чтобы она не пошла под Китай, и что на данный момент Украина требует развала России на американские же деньги, которые будут противоречить американской политике по отношению к России. Действительно, такой страх присутствует. Единственное, что он является, скажем, больше продуктом страхов и нарративов России, нежели действительности. Поскольку Украина акцентирует внимание на другом, что Россия должна проиграть и должна получить четкий месседж о том, что ее геополитические амбиции, агрессивные по отношению к ее соседям, ограничены. Что это непозволительно, и мир не будет терпеть того, что просто в центре Европы будут убивать гражданские лица, гражданских людей, и что будут перекраивать границы. Это не обязательно фрагментирование России, ее распад. Конечно, такие где-то мысли в Украине присутствуют и тешат отчасти фантазию особо радикально настроенных людей, но при этом даже среди их когорты все прекрасно понимают, что развал России угрожает Украине в первую очередь, поскольку это огромнейшая черная дыра, которая станет всасывать в себя все, что только возможно, и выплевывать из себя различного вида вызовы для безопасности, начиная от волны миграции, потока оружия, перекидывания этого хаоса через границу Украины. Мы превратимся просто в тупик Европы, чего бы нам очень не хотелось. Поэтому у Украины абсолютно рациональный интерес в том, чтобы Россия была разгромлена, но не развалена, и в том, чтобы Россия стала безопасным пространством для своих соседей. Требует ли это фрагментации, требует ли это смены режима, глубоких трансформаций внутри России? Это все про инструменты. И акцент в словах Украины в том, что деструкция режима происходит изнутри, и мы должны быть готовы к развалу России,
так как мы видим, что накапливаются системные проблемы внутри, и то, что Россия пошла полномасштабной войной против Украины, лишь усиливает эти проблемы. Поэтому вызов не в том, чтобы не разваливать Россию. Вызов в том, что Россия разваливается изнутри. И готовы ли мы к этому? И правильнее ставить вопрос, а что мы тогда должны сделать для того, чтобы Россия не развалилась, по крайней мере, неконтролируемо, чтобы обезопасить себя от всех этих вызовов оттуда. И поэтому, конечно, здесь просто неправильные, скажем, расставляются акценты. И страх Соединенных Штатов, он не в том, что Украина развалит Россию на американские деньги. Страх в том, что, скажем, более решительная и скорая победа Украины, которая в наших интересах, потому что мы каждый день теряем людей, инфраструктуру, уничтожаются целые гектары территории каждые часы. Но может привести к тому, что режим неконтролируемо посыпется. И вот этого боятся. И боятся не того, что Россия пойдет под Китай, а того, что целый ряд стран, которые сейчас балансируют влияние Китая за счет влияния Москвы, ну, например, целый ряд станов, начиная от Казахстана и доходя до самой крайней восточной точки, ряд стран в Африке, часть стран глобального юга в целом, назовем так, они сейчас балансируют за счет Москвы, Пекин. И если Россия пойдет, то вот весь этот периметр геополитического влияния России, вот он превратится в гонку влияний. Где-то это будет Китай и Соединенные Штаты, где-то это Китай монопольно возьмет под себя, где-то Китай и Индия, где-то Китай и другие субъекты, Турция. И, соответственно, это хаотизация международной политики и возможность возникновения десятка конфликтов низкой либо большой интенсивности. И вот этого боятся. Если бы Россия сложилась бы просто сама в себя, и при этом не спровоцировала геополитического катаклизма по периметру, то никто бы даже и об этом не задумывался. Но, к сожалению, боятся за то, что это может привести к большой геополитической движению больших геополитических литосферных плит. Да, но в таком случае складывается патовая ситуация. Если скорейшая победа Украины развалит и Россию в убыстренном процессе, то в обратном случае идет война уже на истощение. Поэтому сейчас с созданием этой трехуровневой системы, приглашением в НАТО и декларированием в НАТО теперь цели, что Украина будет в НАТО, это разительное изменение с тем, что было в Бухаресте в 2008 году. Это второе программы поддержки Украины тут и сейчас, переведение того, что де-факто происходит и по доброй воле в обязательства и в среднесрочные, долгосрочные проекты, и плюс обеспечение поддержки в виде гарантии безопасности на послевоенный период до момента вступления в НАТО. Этим фактически отсылается месседж Москве и дальше Пекину и всем остальным, что демократическая страна не останется наедине и гонку в долгую, в войну на истощение Россия не выиграет. Если шатнутся режимы определенные политические в Европе, где-то сменится власть, придут условно Ле Пен во Франции, это не пошатнет всей коалиции. Ведь многоуровневая система обеспечивает возможность компенсации этой потери. Если вы думаете, что оборонно-промышленный комплекс ваш потянет, то посчитайте возможности всех стран, включая G7, которые подписали, что они будут помогать Украине. Вы не победите. Финансово вы не победите. По всем параметрам показали России, что у нее нет сценария победы не только в блицкриге, это уже продемонстрировано украинской армией на линии фронта, но и в затяжной войне. Сейчас Соединенные Штаты и западный мир коллективно пытается урезонить Россию на то, чтобы она отказалась от своих амбиций и признала, что в этой войне они несут поражение без разгрома собственной государственности и без критических, скажем, потерь для самого режима. Это, конечно, мало устраивает Украину. Нам бы хотелось бы большего, безусловно, но тем не менее мир не идеален. И других союзников у нас нет, а сами мы явно за 30 лет тоже сделали недостаточно для того, чтобы Россия, собственно, вообще не могла напасть на Украину. Мы были достаточно наивны, поверив миру, что он действительно гарантирует нам защиту в обмен на то, что мы сдали ядерное оружие и проводили активно политику разоружения в течение всех лет независимости. Поэтому здесь, дополняя то, что было сказано по, скажем, резкой позиции украинской дипломатии, здесь видно, что Украина перестала быть удобной, бояться быть неудобной страной. И вот туда тоже отката не произойдет. Украина теперь ведет более активную, местами мягкую, местами агрессивную внешнюю политику, но мы точно не готовы теперь мириться со всеми слабостями мира, закрывать глаза на них и пытаться не обидеть кого-то, когда это касается выживания нашего государства и нашей нации.
Мы с геноцидом, и мы будем вести себя абсолютно соответствующим образом, поскольку стоит вопрос выживания украинской нации как таковой. Спасибо, Олег, за интервью, за комментарии. Удачи всем нам, Украине в том числе, взаимно. И Армении. Նշեմ, որ օնլայն տեսակապով զրուցեցինք Կիև քաղաքագետ Օլեգ Սահակյանի հետ, շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի եթերում և չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքներին և միանալ մեզ սոցիալական ցանցերում։